Давайте подождем. Зажигалка больше не нужна. Отлично. В камине видит свет. Тайное убежище. Так, лента не нужна нам. Доклад смотрителя. Зараженные подопытные обладают невероятной живучестью. Они могут жить до нескольких дней, даже если отстрелить им какой-нибудь жизненно важный орган. Однако под действием вируса интеллект подопытных падает до уровня насекомых. Хотя воскрешение мертвых занятие малоприятное, этот вирус все-таки может принести пользу. Если ввести его в тело военнопленных и отпустить их, то они вернутся в свои части, а потом превратятся в зомби. Этот план может принести пользу в будущем. В определенных областях этот вирус, кажется, вызывает мутации у животных и растений. Это может пригодиться для создания биологического оружия. Ходят слухи о гигантских аллигаторах, но я встречался только с огромными подземными животными. Боюсь даже подумать, кто мог породить этого монстра. Я видел Немезис. Если бы я не знал о нем, то уже заразился бы и стал одним из них. Члены Старс должно быть крепкие ребята, если дошли до сюда. Однако надолго их не хватит. Да, мы еще какие крепкие. Так, ключ парка. Маленький ключик с железным кольцом. На нем написано задние ворота. Факс из штаб-квартиры. Внимание! Проект Raccoon City был остановлен. Наши политические маневры в Сенате, направленные на срыв их планов, провалились. Все смотрители должны быть эвакуированы немедленно. Завтра утром армия США начинает свою операцию. К началу дня город будет уничтожен. Так, они хотят уничтожить город. Изображение Raccoon City. На ней отмечены полицейские участки и больницы. Так, отлично. Гранаты. Это, похоже, склад боеприпасов. Какой-то хиленький склад. Установлен в режим автоприема. Ну что, все, уходим. Всем наблюдателям, задание прекращено. Возвращайтесь немедленно. Повторяю, всем наблюдателям, немедленно возвращаться. Отбой. Отбой. Я впечатлен тем, что ты смог дожить до этой минуты. Ты, кажется, сам неплохо справляешься. Не хочешь помочь? Я не намерен тебе помогать. Потому что мы только пешки в этой игре. Да, судя по манере говорить. Нашим работодателям нужен подробный анализ зомби, созданных путем заражения Т-вирусом. Ты хочешь сказать, они нарочно послали целое военное подразделение на корм этим тварям? Не совсем так. Хотя условия операции были крайне опасны. Команда погибла по непредвиденным обстоятельствам. Нам нужно было только собрать данные с объектов. А! Еще один мутант! Так, я, кажется, припоминаю, что у нас сейчас ждет. Давайте сразу вооружимся.
Так, возьмем мы... Оп, не то. Гранатомет возьмем. Давайте на всякий случай возьмем еще аптечки. Что происходит? Боже, что это? Мочим, мочим червя, короче. Вернулись, отлично. А, не успел. Получай. Ах ты засранец. Ты что-то не уворачиваешься-то. Чтоб тебя. Три патрона осталось. Пипец. Отлично. От него ничего не вывалилось. Блин. Могли бы тоже какой-нибудь сюрпризик дать. Ой-ё. Блин, все истратили. Остался один патрон к гранатомете. А если Немезис? Да чтоб вас, пауки тут откуда-то взялись. Так, направляемся. Дальше обратно к воротам, которые были закрыты. Тут
ребята откуда тут уже взялись, непонятно вообще. Все, выбираем этот дробовик. На тебе, по ногам. Надеюсь, здесь-то никто не появился. Это отлично. Больше не нужен ключ. Конечно, выкинуть. Так, здесь у нас что, ничего нету? Оттолкнуть или спрыгнуть? Давайте спрыгнем. Так, спрыгнули с моста. Так, здесь у нас ничего, да? Только лестница наверх. Забираемся. Прям как во второй части. Также канализация. Опа. Опа, опа, опа. Спасение тебя становится моей основной работой. Спасибо, Карлос. С меня причитается. Слушай внимательно, Джилл. На рассвете они выпустят на город ракету. На рассвете? Но ведь... Я знаю. У нас очень мало времени. Мы должны разделиться и найти выход отсюда. И еще. Будь осторожнее с Николаем. Так. Тоже нам сюда и туда. Давайте сюда сходим. Так, здесь у нас сейв-рум. Что у нас в инвентаре? Так, можно ружье выложить. Дробовик оставим. Аптечек у нас нет. И один патрон в гранатомете. Давайте посмотрим, что можем сделать. Так, это мы выкладываем. Так.
Давайте возьмем на всякий случай. Где у нас пистолет? Он же заделанный. Тоже возьмем, что я думаю, патроны по-любому будут. Вот, с аптечками беда. Конечно, вообще беда. Руководство по безопасности. Безопасность завода. Так как этот завод замаскирован под заброшенную фабрику, то на него иногда будут проникать гражданские лица. Если это случится, стреляйте в них без размышления. Если они захотят сдаться, арестуйте их и отведите в лабораторию в качестве новых испытуемых. За это вы будете награждены. Управление оборудованием. Весь завод контролируется системой предотвращения эпидемии. Если в виварии или в резервуаре для уничтоженных образцов обнаружено заражение, завод автоматически закрывается и изолируется. В этом случае вы должны открыть его, следуя инструкциям. Если уровень заражения превышает предельно допустимый, вся система автоматически блокируется. В этом случае вы должны оставаться на заводе до получения приказов. Те, кто покинет завод без разрешения, будут подвергнуты суровым наказаниям. Так, предмет образец воды. Образец очищенных стоков завода. Он прошел тест на ПДК. Если честно, вот эту часть игры я вообще не помню. Просто вот. У меня она вообще в памяти как-то не уложилась. Некоторые моменты вот я помню. А в основном вообще ничего. Так, здесь какая-то лаборатория, что ли? Записи об экспериментах. При настройке следите, чтобы не было волн. Так. Отлично, порох Б. Порох Б. Еще один порох Б. Давайте два смешаем. Объединить. Один оставим. Сделаем... Вон еще красный, да, как раз. Сделаем. Так, объединить. Да, все правильно. Показалось, не там, не с тем. Объединил. Так. Там еще аптечку я видел. Давайте вернемся. Сделаем патрончиков. Так, 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 не то. Объединить. Так, отлично. Патроны для пистолета. Так, можно сделать сразу патроны для магнума. Так, тридцаточка нормально. Еще вернемся, потому что там еще один порох есть. Так. Ладно, оставим здесь.
продолжим. Порох возьмем. Так, аптечка, отлично. Так, ну здесь все похоже. Больше нету ничего. Давайте посмотрим здесь. Вода облучена ультрафиолетом. Здесь есть узкая щель для пластиковых карточек. Так, ну карточек у нас никаких нет. Внимание, загрязнение воды. Идет перекрытие проходов. В целях безопасности замок не будет открыт, пока не будет проведена проверка вручную. Устройство для проверки качества воды. Необходим образец воды. Так, образец у нас есть. Так, устройство для проверки качества воды. Включить его. Да. Какой волновой диапазон выбрать? Так. Блин, вот это вот я головоломку вообще не помню. Так что придется немного попотеть. Так, давайте А выберем. Подходит. Вот это более как-то вот похоже. Назад. Вторую посмотрим. Так, эти у нас соединятся. Так, так. Так. Слушайте, пока вроде как-то нормально. Сейчас посмотрим. Так. Блин, вот этого бы как-то вроде как-то подошло бы. Но. Отличается. Да, вот видно то, что он отличается. Так. Тут тоже у нас не то было, получится. Тоже не то. Блин. Как-то все не так. Так, придется попариться. Что-то я совсем не помню. Так, ну верхняя она реально подходила. Вот.
А, нет, вот так. Тоже нет. Вот так. Тоже нет. Вот так. Больше вариантов я не вижу. Может, С? Вот так. Давайте. Точно. Качество воды удовлетворяет нормам. Отлично. Проверка воды ок. Удовлетворяет нормам. Так, а здесь у нас нет карточки. Отлично. Я думал, будет намного дольше. Давайте сделаем патроны для пистолета еще. Так, и уберем аптечку от греха подальше, чтобы не истратить ее. Вот. Вроде как все норм. Так, остается в эту дверь. Так, там наверху еще. Блин, какой живучий-то, а? Еще. Где-то шарится. Так, отличные патроны для ружья. Здесь у нас что? Устройство контроля воды не работает. Высвечивается сообщение об ошибке. Наполнено вонючей жидкостью. Так. Там внутри ползает. Ближе подходить нельзя. При включении устройства очистки воды убедите, что весь персонал был эвакуирован. Там прыгает. Так. Что у нас с файлами? Один где-то пропустили. Где же?